будто вред здоровью исходит от опасной агрессии среды, что женщины проказы, источник всей заразы, секс только безопасный спасет нас от беды, секс только безопасный спасет нас от беды. Законы гигиены развешаны на стенах, стращая, угрожая, запугивая нас. Ноги ни в коем разе, в постель, в противогазе. Теперь вот комплексую, уже в который раз. Теперь вот комплексую, уже в который раз. Весь день я мою руки, и всякие там штуки, лобзания, обнимания, я избегаю уж. Боюсь встречаться с Любкой, таится враг под юбкой. От этой мысли жуткой я убегаю в душ, я убегаю в душ. Зачем нас так пугают, зачем нам угрожают? Наверное, отвлекают от жизненных проблем. Я понял, это фобии наносят вред здоровью. Такие вот запреты нам не нужны совсем. Такие вот запреты нам не нужны совсем. Совсем не нужны, не нужны.